Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Denfa, перед нами Redmi Note 8 2021 года. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить или выключить звук затвора в камере данного устройства, а также как поменять его звучание. Для этого мы заходим в нашу камеру и в камере справа сверху нажимаем на три палочки, выбираем настройки. Здесь, пролистав в самый низ, видим пункт затвора. Мы можем включить или выключить звук фотоаппарата во время создавания фотографий. А нажав на пункт «Настройки», «Звук», у нас здесь есть несколько вариантов звукозатвора. Почему-то я не могу послушать, возможно, у меня на телефоне включен беззвучный режим. Ага, не беспокоить. Давайте попробуем сейчас. Очень тихо я слышу эти звуки затвора, и я не пойму почему. Давайте сделаем погромче, но теперь вот. Есть четыре варианта, давайте послушаем. Первый, второй, третий, четвертый. Примерно вот так может звучать камера. Или, убрав звук затвора, наша камера во время создания фотографий не будет никогда издавать никаких звуков. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.